Так, теперь вроде даже запись пошла. Невероятно. Хорошо. Здравствуй, Скайлон. Здравствуй, Кой. Здравствуй, Форок. Здравствуй, ебись, на все конем. Так, поехали. 141 ран. Мы снова в сундук. Да, и снова здравствуйте. Так, и снова теперь я не хочу записывать сиды после стрима, поэтому... Будем делать это прямо сейчас. Никто не выиграл. D7 PA GT SB. У нас два красных хп. Ремоут и... Какая-то орбиталка ангельская. Это вроде даже Sworn Protector, да, называется? ID 363. Хоп. Хоп. Лагает Google Doc, но это... Нормально. Это нормально. Статы. А, 0.85 вроде, да? 0.85 скорость, 3.71 дамаг, 2.34 тирейт. Тирейт не очень, остальное вроде... Тоже не очень, ладно, только дэмэдж более-менее адекватный. Все остальное в говне. Привет, микро. Привет, 83. Короче, я просто убрал окно с крашем ОБС, и я просто не буду его нажимать, окей? Тогда, возможно, все будет нормально. Зачем записывать статы? Потому что так хочу. Потому что мне так нравится. Карта может быть интересная. Блять, мне реально в этих очках сука Айзек стал резче. Как будто графику улучшили. Ужасно. Это будет тяжело несколько дней. И очень низкая скорость. Казино уже давно на 1, хотя очень, видимо, давно не было скайлон. Хотя это не было, что ли, полмесяца. Правда, что ли? Что-то вроде реально уже очень давно, по-моему, сделали. Но да. Казино понерфили. Троллим? А! Это ж не зверь, да. Я думал, что это зверь. Точно. Мы же на Блюбэбе. Просто тут типа стояла зверь изначально. Думаю, как будто на зверя. Так что да. Скип. Окей. Okay. Только надо было сначала зайти на в Curse Room, это, впрочем, не важно. Впрочем, это абсолютно не важно. Просто вообще никак. Привет, Либера. На этом деле, наверное, там батарейка это. Charged Baby, я не знаю, сильно ли мне он нужен. Чаржит бэби, ну ладно. Так, мы не на зверя, окей? Надо это как-то запомнить. Привет, Димидис. Нам не на зверя. Нам на блю бэби. Hello, неон. How you doing? О, какашки. Какашки лучшие друзья. Вторая секретка может быть здесь. А может быть нет. Lane CSGO. What are you winning? I managed to solo Que my way up to Silver Elite. Okay, I have no fucking clue what it is, but it sounds impressive, so I guess GG.
Блинт. Нормальный блинт. Супер импрессив. Супер найс. Кашки, да, можно фармить, но они быстро дохнут. Они умирают быстро, поэтому смысла мало. Сундуки золотые, мне мало. Мало ключей. Мало это ноль, если что. Привет, кучак. Раны, это первый ран. Первый ран я играю сегодня в полуинвалидном состоянии. 6 очки новые заказал, и теперь использую старые очки. Которые собакорезкие немножко. Но вроде нормально. Может я преувеличу эту проблему. Вроде играть можно. Надо еще будет в гонке попробовать после этого рана. Сидит побегать маленько. Может быть терпимо. Так, а где первая секретка? Видимо там, да? Спасибо, Николас. Спасибо за удачных ранов. Резкий, дерзкий, ну что-то вроде. Привет, кефир. О, господи. Хорф. Оружие хорф. Сижу, грущу, заказал сет к китайскому Новому году. В Китайке. Он приехал, и все супер невкусно. Невкусно и грустно. Так бывает тоже. Будете на будущее знать зато. Привет, Рейст. Вот так того не стоит, но типа... Ладно, давайте залучим. Тут редко будет... Ну хотя, ладно, нормально, весел и демедшап. По итогу вышло даже неплохо. Нормальные тайтемы. Обычно, типа, нет смысла лучить только на одно хп на дьяволе. Там всякий мусор, как правило. Ну ладно. Вышла норм. Где мои ключи? У меня ГП стелла вроде нет. Почему я вижу золотые сундуки, но не вижу ключей? Опять что-то поломалось. Какашки немного умирают. Это ключи. Это очень много ключей, но нужен ключ. Чтобы забрать много ключей. В этом минус. Это ключ. Это ключ. Привет, куня. Это ключ. И это очень много ключей. Теперь я могу открыть все, что требует ключ. Хо-хо. Пошло дело. Пошло дело. И вот сразу дело пошло хорошо. Сразу дэмэдж один за одним пошел. Нужно было только найти ключи. Всего-то нужно было. Ключи нашли, и дело пошло. Пацан, взорвать? Сейчас взорву, у меня бомб мало. Только обилкой могу взорвать, наверное, нормально. Бац. Опа. Так, а у меня же тренька, которая дает вроде больше дропа в этих румах, да? В челлендж румах, типа дроп повышенный. Причем стоп. Если я вдруг смогу попасть
В руму где айтем? Там же будет еще, да, по-моему, один айтем. Когда я зачищу руму. Больно. А можно как-то... Кстати, почти. Нужны бомбы безлимитные. Тогда возможно. Когда файл новый закрывал, быстро лоса открыл? Честно не помню. Но, по-моему, я ни разу лоса сильно быстро не открывал. Но хотя, в этот раз, по-моему, я довольно быстро его открыл. У меня была бета, не помню. Я, короче, хотел закрыть бетани, и в итоге нашел тринкет на лоста и открыл лоста. А потом я опять играл бетани, потом мне опять дали тринкет, и я потом закрыл на лосте мать. Такая была история. Ну, это ж типа... рандом. Типа, если хочешь быстрее открыть, надо просто как можно быстрее открывать постер. Там же постер тоже ведь анлок. Я, наверное, все-таки готов идти на планетарии. Просто бывает, люди ищут постер, когда он у них не открыт. Такое я тоже видел. Нужно, короче, смотреть, чтобы он у тебя вообще был. Привет, Вурда. Самое интересное... Не знаю, что самое интересное, но да, гонка будет в 3 носка. По поводу интересное, неинтересное, я, кстати, проебал все ключи в бомбу, окей. Ну да. Вроде в 3. Ну, теперь я точно забираю душу Каина. Лох испа. Do you actually drop out? By the way. It's a meme. Идет. Fucking заимели. Maybe he will unban you before your race. Like later. Напихай туда тринки. Напихай тринки туды. Ten RPM from Shigan that he will talk to Zemil, okay. Should be fixed, I think. Zemil just being fucking Zemil. No reason. С пультом пульт очень ебашит больно. Прям очень сильно ебошит он. Это страшно. Пульт опасный. Надо карту запихать туда внутрь. Тогда может получится. Пока. Пока? Окей. Мы в деле. Мы в деле. Блять, подожди, плохо вышло. До этого с другой стороны. Фак. Бля, хуёво получается. Будет полет так неинтересно. С полетом каждый может. А может я просто могу полетом ее выбить, кстати, подожди. Может она просто выйдет оттуда, если я туда ебану детонатором. Не, она вообще почти не сдвинулась. Вообще никак. The fuck. Нет карт. А в магазине, может, что-то было, подожди. Без бомб, не бомб у меня еще нормально. Блин, в магазине даже карты и таблетки нет, что троллить. Блять, чел. О, таблетка. Поггерс. Подожди, да пока выкинь. Привет, Денфар. Да, у нас опять контент. Лучший контент.
И да, я так уже делал не единожды. Это бывает маленько сложно, но... Но можно. Главное запихать вот правильным углом. Руна дает, в теории дает красную секретку, если я ее нажму правильно. То маловероятно. Время пока еще есть, у нас больше часа до гонки. Нам чем-то же надо это заниматься правильно. Целый час. Так что нормально. Привет, Скайфокс. И стало их трое. Теперь их стало трое. И нихуя не изменилось, подожди. Блять, стало хуже. Wait. А почему? Блять, может как-то вы по-другому это сделали? Там сейчас, по-моему, карта выйдет оттуда, да? Сука. Я карту подобрал, не хотел подбирать карту. А! Нет. Ошибка. Ошибка. Вернись обратно. Блять. Похуй. Давай тогда тут сделаем. Четыре забега, четыре нету. Хотя... Подожди, может есть. Это два взорвет или нет? Это ни один не взорвет. В принципе, ничего другого не ожидал. Песломанс. Монка. Локдаун лошадиный. Нет, это мне не надо. Так, а то, что она большая, это влияет вообще или нет? Она ж просто пизда огромная. Это таблетка. Погоди. Ну, потому что не может залезть. Окей. А, реально, она что-то не влезла. А, вы чё, серьезно? Я даже не буду ее запихать. Ну подождите. Ну как? Что не так? Я хочу душу Каина забрать. В смысле? Привет, Гаджира. Это практика перед гонкой. Которая через час. Неужели это не очевидно? Ладно, небольшая пауза, но я еще вернусь. Небольшой перерыв, просто надо немного пройтись. Буквально будет полет. Было бы проще. Нет полета. Так. Вот это было сейчас хорошо. А может быть. На самом деле. А может быть. Конечно, вряд ли, но. Но может быть. Не может быть. Ладно. Как-то, блядь, надо бомбу поставить. Тут же он вообще, да, ее не оттопырит. Тут совсем близко. Не. Вот таблетку я чую заберу. Обратно. Ну вот душу, наверное, нет. Я все-таки думаю, что надо что-то делать с этой хуйней. Сверху поставь, сверху она же не в ту сторону пойдет, нет?
Если я сверху поставлю. А, провалится? Думаешь, она провалится оттуда? Мне кажется, она там не провалится. О! Она в лучшую сторону ушла, подожди. Лол. Я вроде ее пихал вниз, она полетела вверх от отдачи. Наоборот. Очень близко, очень близко, очень близко. А, серьезно? Почти. Ебать. Как же это близко. Как же это близко. Ну, по-моему, все не хватает, да? Вот карту, да, наверное, нужно пихать на по новой. Собака, опять надо карту пихать. Таблетка не влезет, мы уже пробовали таблетку. Таблетка сильно большая. Карта залезет, должна. Таблетка как-то не хочет туда залазить, ей места там мало. Бля, сложно. Я responsible. Responsible. I did this already a couple times. Just a bit tricky. Okay. Окей. Так. Задрожало, завертело, так. Чего-то еще не хватает, надо еще одну. Как говорится, 50 бомб спустя, но мы уже близки. Мы уже близки. Мы очень близки к успеху. Сука. Давай опять так сделаем. Не, она, по-моему, уже особо даже и не двигается. Ладно. Последний вариант. Последний вариант. Хочу запихать это. О! Нет. Нет, нет. А-а. Ну, маленько пошло, но нет. Я вот стараюсь, да, сразу туда бежать, но сложно. Сейчас я, если запихаю, то сразу пойду. Ой, блядь. Угол такой мерзкий. Мерзкий угол. Нет. Все равно нет. Come on. Очень близко. Перчик хватало. Во, вот протолкнуло хорошо, но, блядь, я не могу так быстро перейти туда. Вот прям хорошо, но я, по-моему, сейчас ее вытолкнуло. О, почти, вот, блядь, надо очень быстро как-то туда залезть. Это нереально. Хай тринкет? Это правда, мне тринкет не особо нужен. Снова беру свой планетарий. Тринкет там, возможно, останется. Я хочу проверить, она там вообще останется или нет. Тринка. Изи. Изи. Всего-то ушло 50 плюс бомб. Всего ничего. А, тут две секретки. Тут ноль. Тут ноль. Тут тоже две. Soul of Cain. Похуй.
Ну и ладно, как бы я особо и не хотел, очевидно. 55 бомб ради, да, ради. Ради двух красных рум. Ради чего? Ради контента. Ради удовольствия. Вытаскиваем Мун. Блять. А ведь, наверное, вытаскиваем Мун. Мун хорошая карта. Ладно, я виню Фоуна, если что. Я не виноват. Ой, подожди. Не, в пизду, ладно, я не буду ничего вытаскивать, того это будет очень долго. Мне кажется, Мун я там вообще уже не вытащу. Он как-то странно валяется, неудобно. Ладно, плевать. Главное, я достал душу Каина, остальное не важно. Это была цель основная. 5 Флорид Кейвс, окей. Твою мать. Привет, Летов. Зачем Мун, если бомбы? Мун нужен на телепорт. В конце рано прикольно иметь Мун-карту, я слышал. Чтобы честно не фармить в теории. Красиво оттопырил. Не бейте его. Господи, тупое говно. Какой тупой айтем. Вы серьезно? Эту хуйню вообще брать, походу, нельзя, да, в гонках? Охуительная потеря времени. И типа, и что тут должен делать? Долбоебский айтем, ладно. Там собака выла, я слышал. Поэтому. Okay. Потеря времени, это не важно. Я говорю про гонки. Я же не буду в гонке доставать душу Кая на полдня. Возможно. Возможно, не буду. Не знаю, может буду. Настроению. Гонка на доставание души. В такой бы я точно выиграл. Жаль, таких нету. Это что, нормальный дьявол? Это что, нормальный дьявол? И там Рума, да плевать. Тем более теперь плевать. Теперь уже вообще плевать. Плюс это еще и доктор Ремоут сбрил. Да ведь? Должен быть. Угу. Неплохо. Это будет точно ваншот босса всех. Ту-ту-ту-ту-ту. Найс босс.
Работа на цели, я не знаю. Честно, без понятия. Не помню, как доктор Шимоут работает на цели. Раньше вроде да, раньше вроде не работал, сейчас черт его знает. Может, они это исправили. А может и нет. Потому что псы. Он рили не знает. Да, нет, за рядом. Да и плевать. И так пройдем. ХП для весла. Да, пух. Да, пух. И без весла сыграем. Не, я уже не успел на бусраш, к сожалению. Чуть-чуть не успели. Привет, Инко. А, фак, пины. Яйкс. А нахера мне денег нет? Того же мнения. Говорит, нахуй я сюда пришел? Все равно у тебя нету денег. Дом. Я хочу этому Рому. Рейд. Айзек. А, найс, войд. А мне наверх. Можно я в войд не пойду? Спасибо. То у меня всего токен один. Я не могу идти в войд после депс 2. Муха выжила, what the fuck? Ну-ка. Куда это? Дурацкий лост. Ну, не в целом будет нельзя до сундука. Цель сундук поэтому. И так выходит плохо. Красиво. Красивый этаж. Это неправильная карта. Бомб хватает все еще. На удивление. Ага, какашки опять, ага. Короче, это брать вообще нельзя, я понял. Никогда в жизни. Я запомнил. Планетария, по-моему, не было. Хотя я даже скипал одну этому руму. А может даже не одну. Ну тут лос, поэтому может я просто его не увидел. На самом деле. Может я его просто не увидел. Блин.
Это работает на доктор Симон? Наверное, нет, да? Не. Это моя обилка, это не эпифетус. Так. Пох. А что это за голосование? БТВ не будет его очень рано после этого. Кек W. Будет сидит практик. Но в принципе можно потом. Потом эту ставку пробить, наверное. После гонки. С другой стороны. Да, пускай, пускай. Пускай ставка идет. Потом прокнем. Человек, если я отойду ненадолго. Потом продолжим момент. So how are we doing, John, on this new morning? Pretty good.
Гвоздик, спасибо за дресав. Спасибо за 7 месяцев. Предукнец. Так, продолжим. Тинтит. Веленим фу. С другой стороны. Это не лучше, чем доктор ремонт. А. Чудики еще есть. Ой, да в жопу. Не стоит много времени. Хайп и хайп. Нет никакого хайпа. Да это будет хайп. До следующей ран. Вот это будет хайп. А если конжойн, да, потому что Swarm Protector тоже конжойн. Эллоу. И это будет трипл шот на доктор ремоут. Правильно? Это будет правильно. Раз, два, три. Три. Три штуки. Раз, два, три, четыре. Понял. Понял. Все понял. Ёпты. А на самом деле уже терять нечего. Вроде даже тринкет полезный. Принял ли? Возможно, не принял, только понял. Может быть. Не хватило, серьезно. Живучие псы. Хватало пиздец, надо так, ну походу закрывать. А, это не сюда, окей. Окно надо на кубик нажать справа. И оно закроется. Ты про казино, а не про ставки. Смотря о чем речь. Да вы в ловушке. Выхода нет. Но мы выиграли. Это хорошо. Собственно,